Привет, самые лучшие зрители! В этом видео маленькие легкие рисунки по клеточкам. Будем рисовать вот такого вот цыпленка по клеточкам, а летучую мышь в следующем видео. Берем серый фломастер и начинаем рисовать скорлупу. Рисуем две клеточки. 1, 2. Теперь от нижней клеточки считаем 4 вправо. 1, 2, 3, 4. От верхней клеточки 1 вправо пропускаем, 1 рисуем, снова пропускаем и снова рисуем. И от этой клеточки вверх ставим еще 1. Еще нам нужно нарисовать снизу, вот здесь вот, 3 клеточки. Теперь берем желтый цвет. От вот этих 2 клеточек рисуем 5 клеточек вверх. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь от вот этих 2 рисуем 4 вверх. 1, 2, 3, 4, 1 пропускаем и рисуем еще 1. Здесь рисуем 5 клеточек, не пропуская. 1, 2, 3, 4, 5. На этом ряду 4. 1, 2, 3, 4. И 1 вот здесь вот. Нам осталось нарисовать только 2 клеточки, 1 черным и 1 оранжевым. Разукрашиваем черным цветом вот здесь клеточку. И оранжевым на том же ряду влево вот здесь вот. Все, как видите, это очень легко. При помощи 4 фломастеров получается вот такой вот маленький и легкий рисунок по клеточкам.